あるし。Чао, я на вокзале в Дезенсану. Еду в Милан на выставку. На выставке две Паула Роверс. Билетик. Дезенсану, Милан. Сейчас будем компенсировать. Я здесь была летом, зимой еще не была. Ну, снега нет, но как видите, новогодний декор, елочка, все на месте. Итак, я готова к посещению крутой выставки Паула Роверс в Палаццо Реале. Это мой первый пункт назначения, а второй – галерея Карло Сазани. Там его вторая выставка Паула Роверс, более такая интимная. Вот, и буду вам рассказывать с мест событий. Я прибыла с Дезенсано в Милан поездом региональным, местным. Вот, потом взяла в билетерии билетик такой за 4,50. Весь день я смогу ездить на метро, троллейбусах, трамваях и так далее. Всего лишь за 4,50. До завтрашнего дня он действителен. Если вы спросите, как заходить в собор Дуомо, так вот, очередь маленькая такая. Летом она ого-го какая. Значит, подхожу я и вижу такую очередь. Я уже испугалась. И тут еще такая же очередь. Но это, оказывается, на Караваджо очередь. А на Роверси вроде бы пока путь без преград. Класс. Иду на выставку Паула Роверс. Смотрите, как здесь красиво. Палаццо Реале. Сказали видео не снимать, но я втихаря вам сниму. Первая экспозиция. Обалдеть. Мечта сбывается. Темно, конечно, меня вообще не видно. Ну, как все, как любит Роверс. Интимный свет. Здесь 9 комнат с 9 историями в шедеврах Роверс. Моя любимая Водянова. Роверс – мастер света и приверженец натуральных фото без обработки. Кроме того, что он культовый фотограф Вог, легендарных домов моды. Он еще, мне кажется, глубокий психолог. Что делает такие портреты, такие натюрморты, такие постановки. Это может либо псих, либо гений. Наверное, он чуть-чуть и первое, и второе. Вот, я так понимаю, это с его студии экспозиции. Идем во вторую комнату. Вау! Ну, до 18 детям не смотреть.
всего лишь 10 портретов. Зато каких. Типа раскадровка. А каждая раскадровка — это шедевр. Это не как в случае с... Не могу выбрать из 10 одну фото. Тут реально из 10 тяжело выбрать, потому что все шедевры. Палаццо Реале. Шедевры в шедевре. Зал 4. Shadows. Тени. И что круто, кстати, что вход бесплатный. Это вообще мистика. На Караваджо такая очередь, и вход платный. Не знаю сколько. Попробую узнать, вам расскажу потом. Я бы и на Караваджо сходила, но не знаю, как все успеть. Потому что у меня еще сегодня в планах галерея Карла Сезани. Story Fire. Fairy Tales. Сказочный зал. И это действительно сказка. Обалдеть. 6. Риана. Интересно, интересно. Не скажу, что я фанатка Рианы, но версии сумела как-то вечно зеленить, так сказать. Story 7 Portraits. Лара Стоун. Ее сложно не узнать. Такие беззащитные, такие оголенные, такие настоящие. Как им это удается? Кровь и розы. 9-я история, 9-й зал. The Ballroom. Здесь я не сама. Странно, у нас в каждом зале бабушки. А тут мне даже не делают замечания, что я с камерой. Это знаменитейшая Кейт Мосс. Фотографии на заставках рекламных этой выставки. Всему Милану. И вот я еще случайно попала на выставку костюмов театра Алла Скала. Круто. Просто Палаццо Реале. Ну вот я и вышла из Палаццо Реале. А вот сзади меня, можете видеть, очередь на выставку Караваджо, но сегодня я на нее не попаду. Вышла я с выставки Паоло Роверсо с пустыми руками, купила альбом выставки. Вот, стоит 35 евро, обычно такие книги, альбом стоит намного дороже. Это был классный подарок самой себе. Вот, ну, Караваджо выставка стоит вход 30 евро, напоминаю, Паоло Роверсо бесплатный был вход. И Караваджо до 21 января, так что можете еще успеть на Караваджо. Чао! Привет из галереи Эммануэла Витторио. Райдер Шопоголика. Прада, Луи Виттон, Гуччи, Армани. В общем, сильное мира всего. И у меня уже села моя экшн-камера, поэтому снимаю на телефон. Я в рае для шопоголиков. Все еще Прада. Конечно, за оформление витрины, за буйную фантазию, респект. У меня еще не было Макдональдса с таким видом. Сакомо. Ищу галерею Карла Сезани. Нашлась так быстро. Смотри, какая тут красота кругом. Что выставка Encontre мне нравится больше. Какие-то работы такие психологические, прямо до глубины души.
отзывы. Большой. Все, я выхожу из рая в реальность. Здесь она тоже красивая. Корсукомо 10, Корсукомо 10, она всегда в моем сердце. Хочу еще сюда возвращаться и возвращаться. Смотрите, сказка. Одно из последних исключений из Милана. Я побывала на Корсукомо 10, очень понравилось, в галерее Карлоса Дани. Также побывала в их мультибрендовом бутике, их книжном бутике. Ну, очень понравилось, очень хочу сюда возвращаться еще и еще. Тут еще вот такой сити-центр, современная архитектура и много бутичков, в том числе там сзади меня и Киаре Феррани бутик. Ну, позже обо всем, или это уже конец моего влога, тогда вы уже все видели. Ну, все, целую, пока.